ты, я чувствую, я рады. С нами Евросоюз будет сильнее. Мы докажем свою силу. Докажите, что вы европеец, и тогда жизнь победит смерть, а свет тьму. Вчера погибло 16 детей, и снова Путин будет утверждать, что это своего рода работа. Где работают наши дети? На каких танках они ездят? – сказал глава государства Зеленский. После выступления депутаты аплодировали его стоя. «Если они не хотят, чтобы мы были в НАТО, нам нужны гарантии безопасности», – сказал Зеленский в новом заявлении о вмешательстве России в Украину. «Если Украина рухнет, Россия окажется у границ НАТО», – добавил он.